Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги-виноградари! В этом видео я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Первый вопрос мне задали, где я нахожусь, в каком городе. Я проживаю в городе Шахта Ростовской области в поселке Новая Азовка. Второй вопрос был, сколько кишмишей надо сажать на участке. Я вам так скажу, если вы хотя бы один кишмиш на сотку посадите, это хорошо. А вообще, чем больше, тем лучше. Кишмиш лучистый считается самым долгим по цветению. Посадите, к примеру, его и еще какие-нибудь кишмиши. Сейчас много американских кишмишей, к примеру. Можно ли на куст винограда прививать сорта с разным сроком созревания? Я вам так скажу, нежелательно, потому что куст отплодоносит и должен восстанавливаться, набирать силы к следующему сезону. Ему надо запасаться питанием, надо, чтобы лоза хорошо вызревала. Поэтому не рекомендуется, чтобы сильная разбежка была, допустим, ультраранняя и поздняя. Если там, к примеру, ультраранняя, очень ранняя, ранняя, еще можно хоть как-то, то лучше поздняя со средними в лучшем случае прививать. Многие люди интересуются, как определить, когда будет цветение у столовых сортов винограда, чтобы за несколько дней до этого сделать обработку. Это легко определить, если у вас на участке растет Изабелла или у вас растут технические сорта. Смотрите на них. Если заметили, что соцветия начали сбрасывать колпачки, значит через неделю, дней через пять зацветет столовый виноград. Значит, берите опрыскиватель и идите обрабатывайте. Если не знаете, чем обработать, я могу подсказать вам. Ридомил Голд 25 грамм плюс Фалькон 5 миллиграмм. Либо Ридомил Голд плюс Луна Транквилити. Луна Транквилити будет работать от аидиума и от серой гнили. Если у вас на участке есть клещи, можете обработать, к примеру, Калипсо от клещей. Спрашивают, сколько давать нитроамофоски и аммиачной селитры на 10 литров воды. Отвечаю, нитроамофоски надо давать 25 грамм, аммиачной селитры надо давать 30 грамм на 10 литров воды. Только предварительно полейте куст. И это удобрение надо давать под корень. По листу можно дать плантофол или плантофит. С разным соотношением они бывают. Плантофол 30-10-10 в начальной стадии. Перед цветением 10-54-10. Затем можно комплексное подавать 20-20-20. Это насытит ваш куст винограда микроэлементами и макроэлементами. И еще люди интересуются, буду ли я продавать саженцы винограда. Да, если все будет в порядке и школку не побьет градом, и она вырастет, то буду. В наличии будет около 80 сортов. Ну, к примеру, Гран-при, Ландыш, Джин и очень много других сортов. Ну, об этом я вам расскажу туда ближе к сентябрю. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки, хотелось бы, чтобы вы поддержали меня. Спасибо вам и до новых встреч.